Волейбол в Набережных Челнах должен возродиться. Ситуация с этим видом спорта в нашем городе оценивалась Татарстанской федерацией волейбола как не совсем удовлетворительная. Только за последние 3 года вдвое сократилось число обучающихся и тренеров-преподавателей в спортшколах. Чтобы ознакомиться с ситуацией лично и, что называется, на месте, сегодня в город прибыл президент Федерации волейбола Республики и он же председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Первым пунктом его визита стала детско-юношеская спортшкола номер 11. Делегация во главе с Фаридом Мухаметшиным сначала уделила время просмотру игры наших спортсменов, после чего слово взял президент волейбольной федерации. Челны были подвергнуты критике, и в то же время был увиден резерв развития волейбола. Мы приехали и имеем некоторые соображения, как улучшить, как поставить эту работу на серьезной основе. И первым шагом стали подарки – новая сетка и мячи. Также Фарид Мухаметшин отметил, что эта школа некогда была лучшей в республике, и утраченные традиции нужно возродить. Тем более, что способные спортсмены есть. Волейбол кардинально изменил мою жизнь. Если бы не волейбол, я бы не ездила по разным городам на соревнования. Но волейбол научил меня силе воли. Волейбол – это интеллектуальная игра. Здесь нужно думать. Из детско-юношеской школы Фарид Мухаметшин приехал в мэрию, чтобы провести заседание Татарстанской федерации волейбола и обсудить те проблемы, которые есть в Набережных Челнах. Развитие волейбола в нашем городе замедлилось в силу разных обстоятельств, отметили на заседании. Это и частая смена руководства, финансовые и экономические кризисы. Есть и другие причины. Остро стоит вопрос ремонта детско-юношеских спортивных школ города. Все они выстроены в конце 70-х, начало 80-х годов и одновременно пришли к большому износу. В том числе и здание «Дюшон-11». Оно построено в 1983 году и за эти годы капитальному ремонту не подвергалось. В последнее время наблюдается отток преподавателей из детских спортивных учреждений в вузы, школы и детсады. Причина в зарплате. У тренера спортшколы она составляет около 20 тысяч, а у учителя физкультуры – 30 тысяч рублей. Такие они поставлены в условия, которые тренер приходит, получает 15 тысяч рублей. Вот, ну, сами представляете. Приходить молодому еще можно, а вот человек, который уже с опытом, который этот и взрослый, ему содержать семью, догадывается, что это трудно. Также на заседании отметили, что развивая профессиональный волейбол, нужно создавать условия и для массового. При желании развивать волейбол большого труда серьезного не составляет. Это обыкновенная ровная площадка, 2 песка КамАЗа привезти, рассыпать. Белым порошком из газеты «Колёк» делали, размечали эту площадку, 2 столба вкопали, натянули сетку. И все лето играй, люди разных возрастов. Ну а чтобы все-таки выйти из существующей плачевной ситуации, было предложено включить в состав местной федерации новых людей и чаще проводить такие выездные заседания. Ландыш Капрано, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.